станица Каладжинска. Река Лаба. Вот там находится эко-усадьба. Мы второй день на берегу Лабы, станицы Каладжинской. Будем ночевать в палатке сегодня. Сейчас уже вечер, около 7 часов. Вот, кипятим чай. Костерчик разожгли, дров тут нашли. И будем печь картошку. Жарим картошку в углях. Вечереет. Примерно через час уже будет темно. Не сильно большой огонь. Там не огонь, я же в угли закопал картошку, а это угли в бок наоборот убрал палки, которые горят. Картошка уже готова, я уже вот пробую. Вкуснятина. Вот такие тут вековые тополя. Сколько им лет, неизвестно, но они очень-очень мощные, толстые. Посмотрите, я не знаю, сколько тут метров обхват будет. Вот те два поменьше. Вот этот тоже очень мощный. Тут дорога, а там река Лаба. Мне сказали, что это вот эти цветочки, это цикорий. Надо будет проверить. Возле станицы Каладжинская вот такая вот скала. Мощная. Если смотреть вот так вот снизу, вот такая вот высокая. Здесь вот такой столик поставили. И вот такие два пня. Видно, тут когда-то вот такое дерево росло. Два дерева. Не очень здоровенные. Тут, конечно, как всегда, все исписано. Здесь был Вася.
Загородные топсы. Мы уже в городе. Топсы. Вот это хрен сняла. На меня. Билеты приобретайте в кассе номер 2. Отправляйте в пользу номер. Валя с доктором. Вот она там. Обними его. Обними его. Вот, видишь. Там даже лежаки свободные есть. Не желаешь купаться? Какая здоровенная это ежевика. Сказать,
Шотова. А это что за фрукт? Это мини-дынька ананасовая. Только потом меня не фотографируйте. А то фотографируете, а потом в интернет посылаете. В Москве посылаете, говорит, тебя там видно. Шалфей, вот какой он. Что там вообще встали?